только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции FPRO сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка, язвительно заметила Джао Юньчжу, директор Taiyun Medical, после официального объявления о сделке, которая значительно увеличила долю Taiyun на мировом рынке. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Теперь о Китае. Продолжают поступать подробности о смелом маневре Мила тут у тебя. Пожалуйста, я не хотел. Где Меган Рид? Рид, я не знаю. Хватит врать, Джао. Вы похитили ее вместе с командой. Я знаю, что вы планируете уничтожить Шариф Индастрис. Шариф! И я знаю, что ты работаешь с тем ублюдком, который оставил меня умирать. Итак, где Меган? Нет, ты все не понял. Ты думаешь, что я за всем стою, но это не так. Я просто наемный работник, как и ты. Ты глава мультимиллионной мегакорпорации. И что, это меня защитит, думаешь? Эти люди, они серьезнее, чем Шариф. Больше, чем Taiyun. Рядом с их амбициями я ничто. О чем ты? Шариф знает. Спроси его. Он думал, что может защитить свой персонал при помощи подкожных датчиков Ноэти. Они легко манипулируют глобальными процессами. Один звонок в ПИК, и сигнал от имплантов пропал. Я думала, они прислали тебя убить меня. Помоги мне. Пожалуйста. Если ты смог сюда пробраться, то сможешь защитить меня, правда? Ты... Ты сможешь защитить меня, правда? Ха! Мужчины вечно недооценивают женщин. Адам, что ты там натворил? По всему зданию тревога. Убежище. У нее здесь настоящее убежище. Ну и что? У меня тоже есть. Порядок.
здесь раненый! Access granted.
Дженсен, я скоро буду готова тебя забрать. Ты уже в окрестностях их ангара? Сейчас туда направляюсь. Прекрасно. Открой основные ворота, или твое спасение затянется надолго. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Смотрите, охвачен. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность допуска. Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота.
Охрана отключена. Ворота ангара разблокированы. 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 Дженсен, пора сваливать обратно в Детройт. Запрыгивай. Мы не летим в Детройт. Что? Мы летим в Монреаль. По дороге объясню. Да уж постарайся. Ты знаешь, что делаешь? Это же не какая-то мелкая станция кабельного ТВ. Джао упомянул Элизу. При звонке в пик. Получается, что в этом замешана Элиза Касан. Ты не думаешь, что это несколько натянуто? Самая знаменитая ведущая новостей и отряд наемных убийц вместе. Спорить по мелочам будем потом. Сейчас выкини меня на крышу башни. Дальше я сам проберусь. Дженсен, это Причард. Малик говорит, ты хочешь получить координаты Элизы Кассан. Если тебя не затруднит. Отнюдь. Я обошел системы защиты и смог вытащить трехмерную модель здания. Ее офис в башне, номер 404. Уже в пути.
Access denied.
прибыл отряд бойцов. Дженсен, что-то не так. ПИК — круглосуточная новостная сеть, но сейчас там никто не берет трубку. Сообщу тебе все, что выясню. Проверь журналы экстренной активации, Причард. У меня тут заблокированная огнеупорная дверь, и я подозреваю, что ей здесь не место. Все огнеупорные двери заблокированы. Однако к офису 404 ты должен пройти без проблем. Ричард, похоже, отсюда все сбежали. И очень торопились. Кто-то сначала включил пожарную тревогу, а потом заглушил ее. Рекомендую тебе быстро найти мисс Касан и тоже делать ноги.
Помощники, находящиеся рядом с местом событий, солдаты полка оказались в ловушке из-за самодельных бомб повстанцев, вставших на сторону Китая и требующих, чтобы Южная Австралийская Федерация освободила основные запасы нефти и признала официальное закрытие. Здравствуй, Адам. Мисс Касан, Джао предупредила вас обо мне. Пожалуйста, зови меня Элизой. Нет, Джао Юньчжу мне ничего не сказала. Она не знает, что ты обнаружил эту связь. А как ты догадалась? Я за тобой уже давно слежу. С тех пор, как получила приказ нарушить спутниковую связь над Детройтом полгода назад. Когда схватили команду Меган, ты отключила датчики позиционирования. Да. Хотя я пришла к этому выводу гораздо позже. И это меня... пугает. Хотелось бы продолжить этот разговор, но боюсь, они в курсе твоего присутствия здесь. Если уйдешь прямо сейчас, у тебя все шансы скрыться. О, я уже ухожу, но ты пойдешь со мной. Мне жаль, Адам. Правда, жаль. Дженсен, убирайся оттуда немедленно, живо! Причард, скажи, что ты тоже это видел. Позже. Прямо сейчас я вижу несколько радиосигналов, и все они движутся к тебе. Это ловушка! Мы это знали. Я не уйду без Элизы Касан. Найди ее, а я пока придумаю, как спуститься вниз.
происходит? Надо быть начеку. Сегодня конвейер... Огонь на подавление! Вижу нарушителя. Прикройте кто-нибудь! Возможно, тут нарушитель.
Вон там! Ричард, ты уже засек Элизу-касан? Возможно. В 404-й комнате было голографическое проекционное облако, крайне сложное. Его источник в части комплекса, которая отсутствует на схеме. Ты нашел тайное логово? Подземный уровень, который кто-то очень постарался спрятать. Он соединен с башней и фуникулером. Поищи лестницу в комнате теленовостей. Тебя вижу!
свободны. Солдаты полка оказались в лавру. Thank you.
Access granted. Access granted. Thank you.
Access granted. Дженсен, я слежу за твоими перемещениями по карте. Ты приближаешься к фуникулёру. Есть шанс, что я там его найду. Так было бы неинтересно, правда? Придется его вызвать и подождать. А, вот еще что. Когда ты это сделаешь, все узнают, где ты находишься. Дженсен, я слежу за твоими перемещениями по карте. Ты приближаешься к фуникулёру. Есть шанс, что я там его найду. Так было бы неинтересно, правда? Придется его вызвать и подождать. А, вот еще что. Когда ты это сделаешь, все узнают, где ты находишься. Наши оперативники в каждой комнате здания, если он решил спустить. Дышать!
Я тебя найду камнем. Ну вот, теперь все начнут стягиваться к твоим координатам. Фуникулер будет здесь через какое-то время, но это тебе не скоростной лифт? Прекрасно. Ты не волнуйся. Я убежден, твои новые друзья развлекут тебя, пока ты ждешь. Буду сообщать тебе о прогрессе. Спасибо огромное, Фрэнсис. Поторопись на посадку, Дженсен, живее!
Дженсен, я начинаю думать, что в Peak Communications не все то, чем кажется. Что тебя натолкнуло на эту мысль? Секретный подземный уровень? Факт, что круглосуточная новостная сеть вмиг опустела? Или вооруженная охрана, которая пытается меня убить? Давай без сарказма, а? Я про то, что мне не составило труда пройти их защиту и получить доступ к системам. По крайней мере, к их части. Что ты имеешь в виду? Такое чувство, что меня словно направляют в одни узлы системы и удерживают от доступа в другие. Только я не представляю систему безопасности, способную на это. Потом разберешься, Причард. Чтобы добраться до мисс Касан, мне понадобится более точное описание, нежели тайное логово. Проекционное облако в офисе 404 сопровождалось пиком нагрузки на энергосеть. Его источник в одном из больших подземных залов, номер 80211. Подозреваю, что именно оттуда идет ее передача. Нравится мне все это. Надо быть начеку. Если он вернется, платим тем же. Thank you.
Access granted. Ты видишь? Дверь открылась, а никого нет. Давай, выходи! Нарушитель пытается сбежать! Access granted. Стоять! Я тебя вижу!
Access granted. Приближаюсь к указанному пункту. Шаги. Стой! Я тебя вижу!
Access granted. Thank you.
Access granted. Здравствуй, Адам. Знала, рано или поздно ты найдешь настоящую меня. Ты компьютер. Сложная программа искусственного интеллекта, как говорят. Однако у меня возникают сомнения. С того момента, как я осознала результаты своего вмешательства и начала следить за тобой. Невероятно. Люди бы узнали. Правда? Меня разработали для отслеживания сообщений и потоков данных. Для того, чтобы узнавать, о чем говорят люди, и делать так, чтобы нужные вещи обсуждались должным образом. Должным образом? А если что-то идет не так? Моя программа позволяет мне изменить это. Ты представляешь новости. Определяешь, что люди видят. Кто создал тебя? Кого ты запрограммирована защищать? Думаю, одна из них Джао. Но есть и другие. Расскажи. Элиза, кто еще вовлечен в это? Где Меган Рид? Кто приказал похитить ее? Адам, я хочу рассказать тебе, но не могу. Почему нет? Потому что она не позволит. Она слабеет. Ты спасешь ее? Я подумаю над этим. Теперь ты ответишь на мои вопросы.
Я не могу сказать тебе, где держат Рит и остальных. Они пропали из системы, как только доктор удалил датчики позиционирования. Какой доктор? Это Сэндевал. Зачем ты звонишь мне сюда? Я знаю этого парня. Помощник Билла Таггарта. Он был хирургом-травматологом до того, как стал борцом с модификациями. Будешь слушать дальше? Да. Планы несколько изменились. Команде шерифа не следовало ехать на слушание. Вы торопитесь. Чтобы удалить датчик позиционирования, мне необходима операционная. В здании есть хоть одна? Барретт уверил меня, что есть. Фема, вот куда их забрали. Но зачем? Зачем забирать их всех? На это тебе ответит один твой знакомый. Дэвид Шариф. Шариф? Я скопировала аудиозапись на портативное устройство воспроизведения. Рекомендую тебе взять его и поскорее уходить. У меня есть еще вопросы. Я и так тебе слишком много рассказала. Этот путь выведет тебя к твоей спутнице. Будь осторожнее, Адам. Потому что все лгут. Thank you.
Дженсен, Элиза Касан сказала мне ждать тебя здесь. Ты готов отправляться? Да, полетели домой, Малик. Слава богу. У нас проблема. Я не могу сесть у штаба. Там снаружи бунт. Босс велит выбросить тебя у квартиры. Давно пора в душ. Тогда поторопись. Он уже на пути к тебе. Мистер Дженсен, мы вас ожидали. Мистер Шариф ждет у вас в квартире. Он здорово расстроен. Этот бунт не пойдет на пользу делу. Ну ладно, он вам сам все расскажет. Мистер Дженсен, здесь все тихо. Я слышал, в штабе тоже все спокойно. Как минимум, внутри. Правда, пока толпа не рассосется, туда не попасть.
Мистер Дженсен, приятно вас видеть. Мистер Шариф велел нам охранять здание. Здесь много сотрудников шерифа. Нужно проконтролировать, чтобы никаких проблем не было. Никаких проблем, мистер Дженсен. У нас все под контролем. Никаких проблем, мистер Дженсен. У нас все под контролем. Добро пожаловать домой, мистер Дженсен. У вас есть новые сообщения. Похоже, это не все, что тут есть. Чувствуйте себя как дома, босс. Какой же там хаос, Адам? Ты новости видел? Ник всем рассказывает, что мы плодим суперсолдат. Таггард сейчас в конференц-центре, требует расследования ООН. Это правда? Конечно же нет. Если не считать тайфуна, да? И пары контрактов для Минобороны. Что? А, и не стоит забывать, что команду Меган похитили прямо перед обнародованием данных исследований. Как вы это объясните, босс? Я хотел, чтобы люди узнали о том исследовании. Меган была на грани исторического открытия. Наша компания бы влетела в списки лидеров. Ее похитители знали это. Они знали, что нам даст это исследование, и решили не допустить, чтобы такие возможности стали доступны кому-то еще. Кому-то еще? Элиза была права, вы знаете больше, чем говорите. Я подозревал, но все эти люди, они призраки, тени. Все время скрываются за ложью и подставными лицами. Кто они? Название тебе ничего не скажет. Они используют то, которое больше соответствует их интересам. Масоны, Билдербергский клуб. Они способны манипулировать любыми частными или правительственными организациями, которые определяют современное общество. Вы говорите о... иллюминатах? Это не шутка. Они организованы и считают себя выше общества. Вы это серьезно? И зачем эти иллюминаты похитили команду Меган? Я же сказал тебе. Меган нашла способ сделать импланты безопаснее для всех. Любой сможет стать подобным тебе. Подобным мне? Подобным тому, кем ты стал. Больше, чем человеком. Их нужно вернуть, Адам. Значит, Таггард сейчас выступает в конференц-центре? Этот гад прислал приглашение. Его помощник Сэндовал влип в это по уши. Не знаю, где сейчас Сэндовал, но Таггард должен знать. Адам, нужно решить деликатно. Мы не знаем, втянут ли в это сам Таггард. Нельзя подставляться под очередной удар. Я надеюсь, ты все сделаешь как надо.
Сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального видеоролика, на улицы многих городов вышли разгневанные демонстранты. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро у дверей таких биотехнологических компаний, как Усанаги, Исави и Шариф Индустрис, происходят жестокие столкновения. В видеоролике, послужившем причиной демонстрации, ученые проводили жестокие болезненные эксперименты на суперсолдатах с имплантами. Несколько минут назад Джао Юньжу, директор Тайюн Медикал, так прокомментировала ситуацию. «Хочу, чтобы все в мире знали, что мы в Тайюн Медикал никогда бы не потерпели подобных экспериментов. Наша компания гордится тем, что заботится об окружающей среде и использует этический подход к исследованиям. Мы приглашаем критиков и членов ООН на экскурсию по нашим комплексам. Они лично увидят, что